Так. Ладно, компанию. Человек. Новая экономика. Да, да, да. Очень интересно. On the map of the galaxy, each star is a mission. In the beginning, only once, some part, sometime. Так, уничтожь всех противников. The goal of this level is to capture an opponent. The enemy planet is too strong to attack. Hold down. Тут даже не приблизить его, по-моему. Вспомнила, что это за игрушечка. Это забавная, кстати, такая темная игра. When you set a marker, all your planets will send ships да, there. Да, да. Planets in you can remove. Good. Now you know how to conquer. Тут он со всех планет идет. Я играл похожую игру, там вот каждую планету можно было распределять. Ну никак по-другому. А это же, ну... Не помню, что за игра была. Была намного интереснее. Что у меня новый уровень. Я от этого что-нибудь получу? You may play each mission on different difficulty levels. Medium. Нет, в такой игре проходить на разных уровнях сложности не очень-то интересно. The more planets you have, the more money. It's time to learn how to make your press the right mark. Там я мог как-то получше все распределить, нежели здесь. You're under attack. Send defense. It takes time. Да завянь ты. То, что они все летят, как бы, вот это вот очень плохо. Честно, тупая игра это вот. То есть каждый, с каждой планеты We've можно captured some aliens, robots. Unlike humans, robots. Сколько эта хрень стоит, да я хоть посмотрю, очень интересно. Да, это я тут разбираюсь в том говне, которое я когда-то понакупил. Ой, вообще-то из демо-версии я купил полную, да? Can directly choose which hold down the left. Ну ладно, пофиг, то пусть будет. Да не мешай ты мне, придурок. Жизни, блин. А вот теперь этот вот так более-менее нормально, кстати. Улучшение. А, так здесь можно улучшать, что ли? Не помню. Выбери планету с нужными ППМ. А. Good. Now, look at the bar in the upper left corner of the screen. This is and you can select.
Здесь надо роботов отправлять, чтобы они улучшали планету. Гениально. Вращайте колесико мыши, чтобы подключиться к сети. Excellent. Remember that during now gain. Ага. А нет, слушай, она по-тактически намного лучше. Поначалу я думал, что просто абзац какой-то. Не, нормальная такая игрушечка. И хрена у него там. Отвлекайте. Не, в такой игре, в принципе, можно попробовать повоевать даже вот с кем-то на аренах. Now you know the difference between our races. This is a new type of planet, a space fort. You've already noticed. Чего? Главную планету я улучшить не могу. И зачем мне вообще ее улучшать, никто не объяснит. Вот это вот хочу захватить вообще-то. Что я тут утворяю вообще? Сколько тут вообще максимум? А, теперь, то есть мы их так вот отправляем. Ну это... То есть если мы щит убираем, то они не защищаются, то есть летят, да? Давай еще так подбавим их. Так, а как мне вообще определить количество моих войск? Я вот что-то не совсем как-то въезжаю вот в этот юмор. Вообще довольно забавная, кстати, игра. Постоянно улучшает свои планеты. Не, прикольно, слушай.
создавать сейчас. Ну тут 64, вот чего 64? Блин. А, то есть это типа защитники наши, которые есть. Забавная игрушечка, реально. То есть главное не жадничать и не пытаться сразу все схватить, иначе отхватишь реально все, особенно звездюлей. Передовая планета, так сказать. Ну, значит, сюда. Пошли все разом. У нас, короче, деньги, это и есть корабли наши. Не прокатит. Сейчас там войск побольше напихаю. Не, слушай, вообще прикольная тактическая, стратегическая игра. Это что сейчас было? Ой, у них там еще одна планета, 50. О-о-о. Давай-ка все сюда сразу. Вот жалко камера, я здесь не могу поелозить, вот только картинка, видишь, на картинке мы играем, в принципе. Вот, не очень удобно. Так довольно забавно так посидеть, поразвлекаться. Сейчас мы его хоть немного тут приходуем. Не, слушай, приятно играть, скажу. Долгоиграющий, господи, какая жесть. Да, нет, ну вот начало игры, конечно, плеваться хотел я. Давайте попробуем немножко по-другому. Это у нас не бакс, это у нас корабли. Так, сюда бы подбавить еще. Но мне вот сюда надо заштамповать. Да, что там? Лишь планеты еще шевелятся, вертятся. Вот это вообще как бы классно сделано. Не поспоришь вообще ни разу.
так вот будем сейчас его выцагивать потихонечку, и нормально будет. Тут за цикл, насколько я понял, что-то проходит. Но у компа намного больше преимуществ, чем у меня. Так, сейчас мы что можем сделать? Ну, к примеру, вот так. Не, ну слушай, реально такая приятная, спокойная игрушечка. Вообще претензий нет. Главное, чтобы музыка была без авторского права. Это не ерунда. Ну все, народ, в принципе, я на этом первый взгляд закончу. Ну, приятная реально игра, такая успокойная. И немножко мозгами заставляет подумать. А что я получаю от уровня? Тут мне очень интересно, конечно. Ну ладно. Мы можем еще так подвигаться. Ляу-ляу-ляу-ляу. Ладно, всем удачи, всем пока.